Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Нарын Айып. На уходящей неделе Жогорку Кеңеш обсудил в закрытом режиме вопрос безопасности границ и принял постановление, содержание которого не разглашается. В Бишкеке прошел международный форум «Евразийская неделя» с участием председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Комиссия по расследованию событий в Койташе провела выездное заседание в Койташе, на которое пришли родственники бывшего президента и устроили дискуссию. Военная прокуратура задержала телохранителя бывшего президента Сагынбаева. Өмірбек Бабанов 26 сентября улетел в Москву. Получается, прилетал он в Бишкек на полтора месяца, чтобы дать показания. Президент посетил на неделе Иссык-Кульскую область. Ассамблея народов Евразии провела в Бишкеке круглый стол «Век Евразии. Новый этап взаимодействия и сотрудничества». Концерн «Кыргыз Алтын» объявил, что по итогам 6 месяцев года его чистая прибыль составила 119 миллионов сомов, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минздрав объявил, что в рамках программы по развитию охраны здоровья отделение офтальмологии Национального госпиталя, Институт хирургии сердца и трансплантации органов, а также Национальный хирургический центр будут переведены на самофинансирование. В Аламединском районе открылся офис органа пробации. Группа гражданских активистов провела митинг у Белого дома за принятие уже рассматриваемого закона о запрете разведки и разработки урановых месторождений. В ночь на субботу на КПП «Чалдавар автодорожный» произошел инцидент со стрельбой и с участием сотрудников ГКНБ. Один из фигурантов драки спортсменов со стрельбой в Карасу в прошлую субботу заявил теперь, что сам попал себе в ягодицу из пистолета. В Токтагульском районе задержали машину с двумя гражданами США. Того, у которого в сумке нашли около килограмма анаши, арестовали на 2 месяца. На конференции в Аше объявили, что учреждение ООН по образованию, науке и культуре ЮНЕСКО сделало предупреждение Кыргызстану о недопустимости строительства в буферной зоне музейного комплекса Сулейман-То. Ведущий российского телеканала «Россия-1» Андрей Малахов из-за своих слов про кыргызо-таксиста в Москве получил за 2 дня более 20 тысяч гневных сообщений. Президент подарил Айсулу Тыныбековой, ставшей чемпионом мира по борьбе, квартиру в центре Бишкека. На чемпионате Азии по плаванию, прошедшем в Индии, Денис Петрашов и Елизавета Рогожникова из Кыргызстана завоевали 8 медалей. Рогожников стал чемпионом Азии в плавании на 200 метров брассом. В Аше прошел 7-й международный театральный фестиваль, посвященный 80-летию Джамал Сейдахматовой. В нем приняли участие творческие коллективы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Ко дню госязыка посол Великобритании Чарльз Гаррет прочитал стихотворение Алыкула Осмонова на кыргызском языке. А сотрудники посольства США во главе с послом Дональдом Лу зачитали кыргызские скороговорки. В Бишкеке и Аше вышел в прокат фильм американского режиссера Юджини Чанг «После дождя» о похищении невест в Кыргызстане. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Представители прежней власти продолжают не подчиняться закону и правилам. Международное сообщество призывает кыргызский парламент выполнять свои функции. Страна отметила 30-летие придания кыргызскому языку статуса государственного. Общество недовольно неблестящим выступлением спикера парламента на русском языке. В Бишкеке прошел 7-й форум компьютерно-информационных технологий. По мнению частного детектива, самое коррумпированное сообщество – прокурорское. Дикий средневековый обычай кражи невест до сих пор процветает. Интервью с Бибисарой Рыскуловой. Новый законопроект о защите граждан от вредного воздействия табака встречает сопротивление. Кыргызским защитникам природы надо брать пример со шведской школьницы. –
Госкомиссия по расследованию августовских событий в Койташе столкнулась с неожиданным препятствием. Два депутата, Асель Кудуранова и Ирина Карамушкина, которых они пригласили к себе, дважды проигнорировали приглашение. После чего комиссия решила сама пойти в Дёркукинеш и там побеседовать с ними. Но одна из них в этот день вообще не пришла в парламент, а другая объявила, что она на заседание не пойдет, потому что не доверяет комиссии. Во-первых, депутаты должны показывать своим примером законопослушность, чтобы в обществе какие-то порядки все-таки соблюдались. А во-вторых, если следовать принципу «я не доверяю, поэтому не буду чего-то делать», во что может превратиться парламентаризм? Другой представитель прежнего режима, экс-глава ГКНБ Абдель Сегизбаев, придя на заседание комиссии, заявил, что ездил в Койташ, руководствуясь своей гражданской позицией. Когда он вместе с тогдашним генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой выдумывал Белизгейт и другие дела, про гражданскую позицию он не вспоминал. А какова была гражданская позиция Индиры Джолдубаевой, Пятому каналу рассказал адвокат Канат Хасанов. Ошол кезде 10-чи жыл ушу башында башталганда мен ошондо мүчө болуп турганда действительно Индира Джолдубаева ошондо заведующий отделом судебных реформ анын жанында В то время в начале 2010 года я был членом совета по отбору судей и действительно Индира Джолдубаева тогда была заведующей отделом правовой реформы в аппарате президента. У нее был помощник Маткасымов Алмаз. Вот они приходили, открыто приходили к поддерживающим их членам совета и говорили, что такие-то судьи должны пройти. Они и на нас тоже выходили, на каждого из нас. Я был избран по квоте СДПК, поэтому давили на меня через СДПК. А когда я отказался, Индира Джолдубаева водила меня и к Икраму Ильмиянову, и к Алмазбеку Атамбаеву, и требовала, чтобы я написал заявление по собственному желанию и вышел из состава Совета по отбору судей. Вот такие вещи были. Если бы в стране был контроль, будь то парламентский или любой другой, такого, наверное, не случилось. Вчера и позавчера в Бишкеке прошел международный семинар по вопросам усиления парламентского контроля в Кыргызстане. В нем приняли участие, кроме депутатов Дёркукинеша, сотрудников парламента и членов правительства, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ, представители Европарламента, депутаты парламентов Грузии, Сербии и Украины, эксперты из Великобритании и Греции. Участники семинара обменялись опытом и обсудили меры сотрудничества в этой области и дальнейшие возможности усиления контрольных функций Дёркукинеша. В последнее время не только контрольные функции кыргызского парламента, но и вообще его роль и авторитет настолько снизились, что его пинает любой, кто имеет доступ к социальным сетям. В наибольшей мере контрольными функциями обладал легендарный парламент, который именно из-за этого подвергся обструкции, а затем президенты провели несколько референдумов для превращения парламента в придаток своей власти, что мы сейчас и имеем. Но с чего-то надо начинать. Для каждой страны важен парламентский контроль. Конечно, это требует времени. В частности, политическую волю для совершенствования эффективных механизмов. Благодаря этому контролю повышается прозрачность работы парламента. Улучшается связь с общественностью, повышается вовлеченность граждан в законодательный процесс. Я считаю, что Кыргызстан и другие страны должны реализовывать современные механизмы для эффективности парламентского контроля. Если бы парламентский контроль был эффективным, и если бы он вообще был, в стране бы, наверное, не создалась такая абсурдная ситуация, когда государственной поддержки государственного языка в стране недостаточно. Даже сами депутаты или правительственные чиновники, ратующие за кыргызский язык, не умеют чисто и красочно говорить на этом языке, вставляя в свою кыргызскую речь через каждое второе слово 2-3 иностранных. При этом и знатоками русского языка их тоже не назовешь. Реальное отношение к своему родному языку проявилось и в том, что праздничные мероприятия к 30-летию придания кыргызскому языку статуса государственного мэрия и некоторые другие ведомства провели после самой даты, на уходящей неделе. Как будто они этого не планировали, но на торжественном мероприятии в понедельник или около того они получили нагоняй и решили отметить юбилей задним числом. О месте кыргызского языка в кыргызском обществе в сюжете Андрея Токумбаева.
урматтуу мекендештер, сиздерди мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгы менен куттуктайм. Кыргыз тили өнүгүп, өсүп, гүлдөй берсин. Кыргызстандын жарандары кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилинде сүйлөшү керек. Сиздерди кыргыз тилин сүйүүгө чакырамын. Закон о государственном языке, который по праву считается отправной точкой развития кыргызского языка, Верховный Совет Кыргызской ССР принял 23 сентября 1989 года, когда до Декларации независимости оставалось еще почти два года. Принятие документа говорило о том, что процессы суверенизации необратимы, как и в других союзных республиках СССР, на рубеже 80-х – начало 90-х. И вот прошло 30 лет. В понедельник в Бишкеке, на торжествах по случаю круглой даты, проходивших в Национальной филармонии, глава государства сказал о ситуации с государственным языком. Кыргызский язык еще не занял свое историческое место в обществе. Нам предстоит решить немало задач, чтобы он стал языком межнационального общения. В многонациональной стране госязыком должны владеть все. Впрочем, нельзя и кого-либо винить в сложившейся ситуации. В 90-е массовый отток русскоязычных заставлял руководство страны проводить реформы таким образом, чтобы не только удовлетворить потребности нации в культурном возрождении, но и убедить русскоязычное население не уезжать из страны, доказывая, что права и достоинства нацменьшинств сохранены. Трендом языковой политики в Кыргызстане остается многоязычие, о чем говорит премьер Мухаммедкалы Абылгазиев. Я как премьер-министр заявляю, что наши дети должны знать минимум как три языка. Это государственный родной, официальный и английский в качестве иностранного. Мы должны этому учить наших детей. Стремление интегрироваться в мировое культурное пространство породило в Кыргызстане идею осуществить переход кыргызского языка на латинскую письменность. Этот вопрос в который раз был поднят в Джогурку-Кенеше накануне 30-летия закона о госязыке по инициативе лидера парламентской фракции Бирбол Алтынбека Сулайманова. Предложение породило полемику, поскольку у намеченной реформы кыргызского алфавита есть немало противников. Последние ссылаются на пример Узбекистана. Там переход на латиницу затянулся на 7 лет. Начался в 1993 году, завершился в 2000-м, заняв немало средств из кармана налогоплательщика. При этом 85% литературы на узбекском языке до сих пор издается на кириллице. Спор прекратил глава государства, сообщив председателю Национальной комиссии по госязыку, что переход на латинский алфавит пока осуществляться не будет. С тем, что переводить госязык на латиницу хоть и необходимо, но пока рано, согласен и эксперт в области текстологии, филолог, историк Сулайман Каипов. Наши руководители правильно говорят. Это очень трудное дело. Во-первых, финансовая сторона, да? А потом психологическая, культурная, ментальная сторона еще есть. Поэтому обдумывать, но нельзя же сразу вот сегодня начнем, после обеда будет уже применен латинский алфавит. Вот создать алфавит, а потом постепенный переход. Впрочем, было бы ошибкой утверждать, что ситуация с государственным языком в Кыргызстане обстоит из рук вон плохо. В 1990 году, когда закон был принят, лишь в 3 из 69 школ столицы республики обучение велось на госязыке. На нем получали высшее образование в вузах Кыргызской ССР только 17% студентов. В библиотеках страны всего-навсего 4% книг было на кыргызском. В музыкальных театрах ставилось на нем 4 из каждых 50 оперных постановок. Менее 9% фильмов были дублированы либо снабжены кыргызскими субтитрами. Сейчас ситуация изменилась, но специалисты оценивают ее критически. Внедрение изучения кыргызского языка не кыргызского языка, это из рук вон, конечно, плохо. Правоту слов эксперта подтверждают результаты исследования, проведенное в прошлом году госучреждением «Кыргызтест». Оно протестировало на знание госязыка около 20 тысяч кыргызстанцев. Хорошие результаты показали менее 42% опрашиваемых. За весь 2018 год по республике прошло 19 319 человек официально наш тест. Из этих 19 319 человек прошли, то есть полностью показали свое знание более 60% и выше по каждому субтесту, это 8084 человека, другими словами, это 41,8% всех участников. По предварительным данным реализации государственной программы совершенствования госязыка, рассчитанной на 2014-2020 годы, многие ее меры так и остались нереализованными. Например, в госструктурах делопроизводства на государственном языке ведется лишь на 60% от общего объема. Немало учреждений, где от 60 до 90% документов составлено на русском.
Проблема еще и в том, что грамотно говорить по-кыргызски стали реже. Почему-то очень много диалектных форм применяется сейчас. И я даже не знаю, какое это объяснение вообще дать. Это прямо как образец распространился очень быстро. И продолжается и сегодня распространяться, и мы просто не знаем, как бороться с этим явлением. Язык требует постоянной заботы. Сохранение и развитие кыргызского держится в основном на энтузиастах. Например, кыргызстанские программисты разработали мобильное приложение для сотового телефона, которое позволяет детям учить кыргызский посредством игр. Программа называется «Балтил», включает в себя два уровня, распространяется бесплатно и доступна на Google Play App Store. Намечено внедрить и другую новинку. К 2023 году разработать продукт на основе искусственного интеллекта, который свободно разговаривает на кыргызском языке. Я думаю, пример этому проект «Алиса». Да, у Яндекса есть такой проект. Скажем, «Картана» есть проект у Амазона. Что касается учебных пособий по государственному языку, их уровень по оценкам специалистов оставляет желать лучшего. Так, по крайней мере, считает преподаватель кыргызского в Бишкекской школе-гимназии номер 23 имени Гёте Светлана Саргынбаева. Она не стала сетовать на качество учебников, а разработала собственную методику преподавания кыргызского в игровой форме. Уроки Светланы Петровны пользуются успехом у детворы. Я разработала в виде сказки «Закон сингармонизма». Он обязательно нужен для изучения кыргызского языка, потому что весь кыргызский язык, он, все слова, они созвучные. Нынешним детям в этом отношении повезло больше, чем нам, их родителям, из числа русскоязычных кыргызстанцев. В наше время языковых мобильных приложений, как и самих смартфонов, не было. А кыргызскому в русских общеобразовательных школах не учили совсем. Но все же овладеть государственным языком необходимо. На том простом основании, что мы граждане Кыргызской республики. А давайте попробуем говорить на нем прямо сейчас. Урматом екендиштер, кыргыз тілін білу керек, сыйлоу керек, жана өркүндөтүү керек. Уметь говорить – особая способность. На неделе активисты соцсетей накинулись на спикера Жогорку Кеңеша за его выступление на русском языке в городе Нур-Султан в начале недели на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии под лозунгом «Большая Евразия. Диалог, доверие, партнерство». В совещании приняли участие представители около 60 стран. Выступление Дастана Джумабекова было вполне протокольным, с некоторыми ошибками, но они не были смертельными, никого не оскорбляли и смысла речи не меняли. Многие политики говорили и говорят неправильно. Например, Михаил Горбачев всегда произносил «современные» или «мышление», и многие с тех пор так и говорят. С легкой руки российского генпрокурора Юрия Чайки все сейчас говорят «возбуждено уголовное дело». А президент США Джордж Буш-младший как-то во время встречи с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в октябре 2003 года, сказал: «У нас с вами много общего, мы оба плохо говорим по-английски». Судить спикера Жогорку Кеңеша, наверное, надо за дела его, а не за слова. Тем более, что в приводимом нами фрагменте всего 4 ошибки при произнесении 50 слов. Правда, потом он сказал «проход» вместо «подход», но многие делают гораздо больше ошибок, а их никто не ругает. Уважаемые участники совещания! Под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечно, итоги развития государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Добиться подобного взаимного понимания и поддержки совсем нелегко. Действительно, добиться понимания и поддержки совсем нелегко. Для этого надо что-то делать полезное для общества. Тогда на фоне дела некоторые несущественные ошибки будут прощаться. Их просто не будут замечать. Подобная большая полезная вещь сейчас – всеобщая и повсеместная цифровизация всего, что только можно, с глубоким проникновением в отдаленные регионы. На неделе в Бишкеке на базе Кыргызско-турецкого университета МАНАС под лозунгом «Санареп Кыргызстан»
Кыргызстан прошел 7-й форум информационных технологий КИТ-2019. В его работе приняли участие эксперты IT-индустрии из США, России, Финляндии, Казахстана, Украины, Кыргызстана. Были проведены мастер-классы, дискуссии, круглые столы, выставка стартапов и новейших IT-разработок. Организаторами форума выступили Общественный фонд гражданской инициативы интернет-политики, Госкомитет информационных технологий и связи, Министерство образования и Парк высоких технологий. Более подробно об IT-форуме в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Во вторник в Бишкеке прошла крупнейшая в Кыргызстане встреча представителей сферы компьютерно-информационных технологий, 7-й международный форум КИТ-2019. Мероприятие, собравшее более 2000 участников, организовали в Кыргызско-турецком университете МАНАС, Общественный фонд гражданской инициативы интернет-политики, Парк высоких технологий и Государственный комитет информационных технологий и связи. Обсуждалось все, без чего невозможно представить развитую экономику в 21 веке. Цифровизация услуг государственных учреждений сферы маркетинга, развитие компьютерных игр, game development и образовательные системы в интернете. Среди спикеров были гости из 5 государств – Казахстана, Украины, Финляндии, США и России. Например, один из россиян, представитель лаборатории Касперского, рассказал Пятому каналу об обсуждаемой на форуме проблеме кибербезопасности. Атакуют информационные системы крупных организаций и атакуют объекты критически важной инфраструктуры. То есть заводы, пароходы, электростанции. Да, это очень чревато для национальной безопасности и национальной экономики. Форум был организован в поддержку разработанных концепций цифровой трансформации экономики в государственных услуг «Санарип Кыргызстан 2019-2023» и «Государство как платформа». Последний, как рассказал накануне на брифинге замглавы Госкомитета информационных технологий и связи, представляет собой предмет особой гордости. На данном форуме будет презентована, инициированная Госкомитетом информационных технологий концепт государственного как платформа. Ранее мы данный проект у себя тоже презентовали. То есть в настоящий момент каких результатов мы достигли, будет показано на этом форуме. Руководитель же Госкомитета рассказал журналистам о не менее важном достижении IT-технологий в области государственных услуг – электронной системе «Тундук» по взаимодействию посредством компьютерной связи государства с населением. Он с гордостью сказал, разработка кыргызских программистов в мае была признана одним из лучших проектов среди 130 стран. Как вы знаете, в настоящее время к системе «Тундук» подключены более 82 организаций, это в том числе коммерческие организации. Общий объем транзакций в электронном формате составил порядка 5 миллионов электронных документов. На основе платформы «Тундук» мы запустили проект с участием коммерческих банков, операторов сотовой связи. Это проект «Государство как платформа». Как рассказала на форуме директор Общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татума Биталиева, в проект включены 83 государственных и коммерческих организаций, организовано 326 сервисов по 102 информационным системам. В результате бюрократическая волокита при оформлении документов значительно сократилась. На одной только выдаче справок сэкономлено более 30 миллионов сомов. Руководитель общественного фонда рассказал об уникальном в республике парке высоких технологий. Он включает в себя 70 резидентов, где работают более 750 сотрудников. По итогам первого полугодия 2019 года их доход превысил 450 миллионов сомов, 85% от которых поступили в результате экспорта. Программисты парка высоких технологий работают на рынке США, Ирландии, Казахстана, России и многих других государств. В разговоре с Пятым каналом директор парка с гордостью отметил, что кыргызстанские программисты ничуть не хуже своих зарубежных коллег. Другими словами, наши компании, они также конкурентоспособны, могут работать на глобальных рынках. Наши самые большие рынки – это рынки Соединенных Штатов, Ирландии, Великобритании, Казахстана и России. То есть мы активно развиваемся и экспортируем свои технологии. Форум прошел с небывалым размахом. Были проведены дискуссии, мастер-классы, круглые столы. Обсуждение проходило по 10 секциям. Состоялись и вручение 5 IT-премий, креативная развлекательная программа, мастер-классы по защите от DOS-атак, тестовая презентация новых игр, многое другое. Это стало заключительным аккордом мероприятий объявленного года цифровизации. Концепция «Санарип Кыргызстан 2019-2023», которой было посвящено событие, представляет собой один из разделов национальной стратегии развития на период с 2018 по 2040 годов. Ключевой момент программы перехода услуг государственных и коммерческих структур в цифровой формат – разработка и внедрение программного обеспечения на кыргызском языке, поскольку недостаточная освоимость им интернет-пространства и есть ахиллесовая пята процесса цифровизации в стране.
концепции, например, указано, что около 90% контента, скачиваемого жителями Кыргызстана, русскоязычная информация и генерируется в основном в российском сегменте интернета. Один из энтузиастов-разработчиков программного обеспечения на кыргызском, автор проекта «Тамга-кит» Эмиль Асанов, считает, что в Кыргызстане власти ничего не делают для развития электронных программ на государственном языке. Сам по себе результат не получится, какие бы законы красивые вы ни писали. Должно быть исполнение законов. Вот у нас отсутствие законов, то есть отсутствие исполнения законов, это тормозит все. В 2002 году группа программистов разработала компьютерную систему перевода с русского на кыргызский и обратно, а также проверки орфографии электронных текстов на госязыке. Сделали они это раньше ближайших соседей, разработчиков аналогичной казахской версии в Казахстане. И вот как отреагировало на новинку тогдашнее руководство страны, вспоминает разработчик. В том же году потом презентовали казахи. Но вначале мы, скажем, где-то в августе презентовали. Я даже показывал тогда Акаеву, вот оно есть. Акаев посмотрел так и ушел. Сам не понял. А за ним стоял госсекретарь Усмакон Ибраимов, который прекрасно все понял. Что сразу будет видно, что кто-то делает, а кто-то просто а-ля-ля. Поэтому он задвинул меня подальше, чтобы об этом никто не знал. По словам Эмиля Асанова, госчиновники активно пользуются разработками кыргызских энтузиастов развития программного обеспечения. Но при этом государство избегает вкладывать средства в это затратное дело. В итоге успехи Кыргызстана в цифровизации оставляют желать лучшего. Национальный статистический комитет Кыргызской республики, Институт статистических исследований и повышения квалификации недавно провели совместное исследование и пришли к следующим выводам. Вклад цифровой экономики в ВВП развитых государств за последний год составляет от 5 до 12%. В развивающихся странах этот показатель от 1 до 5%. И вот в Кыргызстане он равен 0,4%. В развивающихся странах этот показатель от 1 до 5%. А вот у нас в Кыргызстане он равен 0,4%. По индексу сетевой готовности наша республика занимает 98 место из 143 стран. По глобальному инновационному индексу на 94 позиции из 126 стран. По индексу информационно-компьютерных технологий на 109 строке из 176, а по уровню доступности интернета и его развитию на еще более худшем – 139 месте. Следуя классификации Всемирного банка, по типу цифровых экономик ряд постсоветских стран можно разделить на две группы. Первый, так называемый переходный, принадлежат Казахстан, Беларусь, Россия и Армения. Таджикистан и Кыргызстан находятся в ранге пониже – группе, где цифровизация лишь зарождается. Впрочем, зарождение происходит интенсивно. По данным Нацстаткома, число предприятий и организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии, начиная с 2013 года неуклонно растет. 6 лет назад их было 10 396, в 2017 году 11 923. Прошлогодний же показатель составил 12 152 объекта. Кто знает, может, по степени развития цифровой экономики скоро и достигнем уровня развивающихся стран. Цифра, хотя и не так быстро, как хотелось бы, завоевывает все общественное и даже другие пространства нашей жизни. Но застой в некоторых других отраслях не просто тормозит развитие, а буквально тянет назад. Например, в год цифровизации все судебные заседания должны бы стать открытыми, чтобы можно было видеть, что говорят судьи и адвокаты, не приходя на само судебное заседание. И это нам уже давно обещалось с самых высоких трибун. Но до сих пор в судах журналистам приходится выспрашивать разрешение на видеосъемку, например. И все зависит от воли судьи, несмотря ни на какие законы или инструкции. О телетрансляциях можно пока только мечтать. Подобная закрытость правоохранительных органов, которые отстают от жизни на десятки и десятки лет, можно объяснить только стремлением сохранить царящую там коррупцию. И главенствуют во всем этом органы прокуратуры. Например, из офиса президента в пятницу сообщили, что за 8 месяцев текущего года на имя президента поступило 10 126 обращений. И почти 44% жалоб касаются работы правоохранительных органов. Из них большинство, 40% из этих 44%, касаются органов прокуратуры, а еще 37% – судебных органов. Самые главные коррумпированные органы – это те, кто борется сами с коррупцией. Это правоохранительные органы, это Генеральная прокуратура, это ГКНБ, МВД, Финполиция. Это те люди, которые должны по своим должностным обязанностям бороться с коррупцией. Вот эти органы самые коррумпированные, потому что масштабы, вот как вы говорите, к примеру, да, скажем, система образования, ну это смешно.
Коррупцию в образовании смешно сравнивать с коррупцией среди прокуроров. Но даже того уровня, который есть в образовании, достаточно, чтобы держать общество в кандалах средневековых понятий. Одним из таковых является практика кражи невест алагачу и другая традиция – насилие в семье. Об этом имеются законы, пишутся статьи, снимаются фильмы, но дикость процветает. Наш корреспондент побеседовал о проблеме с директором кризисного центра СИЗИН Бибисарой Рыскуловой. Здравствуйте, Бибисарай Рахматовна. Насколько актуальна сегодня проблема алакачу? Да, вообще-то в контексте семьи, института семьи, создания, взаимоотношений в семье, дальнейшей это вообще судьбы женщины, которая вступает в такой брак, насильственный брак, конечно, это актуально. Сегодня, к сожалению, это вот такие браки существуют, хотя на законодательном уровне у нас это очень жесткие законы, новый закон и вообще права человека. В мире, оказывается, в 17 странах вот такой прецедент. И чем обычно заканчиваются такие истории? Такие браки, вот к нам обращаются, да, это семейное насилие. Ну, есть, конечно, да, они где-то же все равно знакомятся, ну, и, ну, там даже у нас там ток-шоу было, и мне задали вопрос. Я как раз, ну, вот эта тема была, и там семья была, сказали, извините, Дже, вот меня украли, я прекрасно живу столько лет, у меня 5 детей. Ну, бывают случаи, конечно, но в большинстве, у нас около 15% семей, которые к нам обращаются по семейному насилию в семье. И действительно, брак был создан на почве вот, кражи. Женщина осталась, дети родились. Ну и потом все равно, наверное, не выдержала. Или бывают случаи, когда женщина оказывается добытчицей сильнее, какую-то начинает должность занимать это... Да. И открыто говорит, да я за тебя никогда не вышла замуж. И я как раз просто обращаюсь к молодым людям, что возможность так будет. Были такие случаи. Я, говорит, я просто живу с тобой, потому что дети, чтобы они сиротами не остались. Ну, естественно, многие мужчины, это, ну, или разводы, или там спиваются, или наоборот. Женщина, когда это не соглашается, это, ну, наверное, слышали, в каких случаях остаются, это целая толпа, это родственники, это парни заставляют, и платок, вот такие пожилые бабушки, как я, там соль, хлеб и все кладут, и, говорит, проклятие сыпят, говорит, если вдруг что, это, ну... Ты никогда семью не создашь. Неужели ты меня оставишь, бросишь? Как это вообще? Неужели у тебя матери не было? Неужели тебя не воспитывали? Ну, она вынуждена остаться. И потом дети рождаются, и муж... Да, а муж потом говорит, а ты это, у тебя любовь другая была, ты не хотела, вот теперь получай. И прямо насилие происходит, и все время, вот, ну, когда немного выпьет или что-то там, это одна из причин семейного насилия, женщина не всегда выдерживает. Мы живем в суверенном демократическом государстве, вроде бы законы у нас, правовое общество, и вдруг алакачу. Как это сочетается, на ваш взгляд? Нет, закон как раз-то, это, Андрей, закон у нас хороший, не только по этому поводу. У нас много законов, это, мы впереди планеты, наверное, всей, в законодательном, это, принятых законах, да, но они не очень работают. Но здесь законодательно, если раньше, да, только виновник, это, виновника наказывали, ну, вот этот жених. А здесь это уже окружение, это родители и мулла, и там кто задействован в это, да. Но, к сожалению, тоже почти в последнее время случаи бывают, да, но чтобы осудили. У нас был один случай, да, но это лет, наверное, уже 10 тому назад. Там это сестра старшая оказалась, это, даже этого жесткого закона не было. И она смогла вообще такой шум поднять, прецедент случился, да, что вот она изнасилована была, избита, убежала, чуть суицид не совершила. Это с регионов девушка. Она у нас проживала, реабилитацию проходила. И потом
можно было в суд подать, действительно, по существующим законам тоже, потому что там очень такое жестокое насилие было. Ну, хотели, мы тоже были готовы помочь, но родственники сказали, извините, нам жить в этом селе. Как, если мы осудим полсела, как мы будем жить? К сожалению, это вот эта проблема... Что делает кризисный центр СИЗИМ для решения этой проблемы? Ну, это наша небольшая организация, то, что в наших силах, конечно, мы делаем. Мы непосредственную такую услугу, помощь оказываем. Если вот это случилось, 512640, круглосуточно работает, уважаемые девушки, вы можете любое время позвонить. Естественно, мы прямо к вам не сможем приехать, но можем информацию дать правоохранительным органам, родителям или где-то что-то, да. Не оставайтесь, если это случилось, да, это выбор тоже за вами. А то, что там проклятие шлют, это я иногда говорю, попросите извинения, скажите, апа, извините меня, я не нарушаю ни светские законы, ни Коран не нарушаю. Я вынуждена переступить через этот порог, так что Бог вас простит. И каковы перспективы решения этой проблемы? Ну, перспективы то, что я считаю, ну, мы исследования не проводили, но все равно, коль уже в обществе об этом говорят, в средствах массовой информации часто, почаще надо говорить, конечно, да, и особенно среди школьников. Если общество не будет воспринимать, да, будет воспринимать как нормальное, и некоторые говорят, это обычай, это не обычай, это дикость какая-то, да. Поэтому чаще надо говорить, общество не должно воспринимать, а у нас воспринимается это. И на одной из встреч студент вуза сказал, интересно, говорит, Эджи, а как нам жениться, говорит. Вот я, говорит, ну, вдруг, говорит, я не понравлюсь. Это же легче, действительно, взять это, мне понравилось, она же будет согласна, это студент вуза говорил 5 лет тому назад. Поэтому иногда бывают случаи, что, говорит, а я не умею разговаривать. Ну, это уже другое, психологические такие, да, всему это учат у нас. В школе, в садике, а вот общению между людьми. Мы не умеем свои мысли выражать. А как это же надо выразить свои мысли, свои отношения, свою любовь надо выразить. И не все могут. Это легкий случай, кажется. Но в дальнейшем это не очень легкий случай. Желаю вам успеха в решении этой нелегкой проблемы в этом благородном деле. Спасибо большое за разговор. Всего доброго. Всего доброго. Общество мирится с этой дикостью, но есть еще одна вполне себе дикость, обернутая в красивую упаковку, из которой не только мирятся, но даже защищают ее. Это табакокурение. В Кыргызстане из-за болезней, вызванных потреблением табака, ежегодно умирает до 6 тысяч человек, 30 лет и старше. Причиной 22% смертей среди мужчин и 5% среди женщин является курение. 40% мужчин, умерших от рака, умирают от рака легких. Страна тратит на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с потреблением табака, более 10 миллиардов сом в год. В Кыргызстане сейчас действует антитабачный закон, принятый в 2006 году, но с тех пор начало расти, особенно среди молодежи, потребление электронных сигарет, кальяна и насвая, запрет на что не был предусмотрен прежним законом. Новый закон полностью запрещает употребление табака и табачных изделий в общественных местах, и это вполне объяснимо. Во всем мире в последние годы ширится кампания за здоровый образ жизни, как и против домашнего насилия или за неиспользование, например, шуб из натурального меха. О ситуации с новым антитабачным законом подробнее в сюжете Андрея Токумбаева. Несмотря на свою очевидную необходимость, проект закона о защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля находится на стадии обсуждения вот уже более года. Законопроект был одобрен правительством еще 6 июня постановлением под номер 280. Летом обсуждение закона отложили на осень, оно началось 11 сентября. В числе главных противников принятия нового антитабачного закона – представители бизнес-структур. В результате драконовских, по их мнению, мер против реализации сигарет и других табачных изделий, в стране еще острее станет проблема их контрабанды. Так считает президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев. Самый главный риск здесь – это контрабанда.
как только происходит удорожание себестоимости сигарет, то обязательно появляются контрабандисты. Да? Другой аргумент противников законопроекта – страна недополучит 2,5 миллиарда сомов поступлений в бюджет в виде сборов за акцизные налоги. При этом предприниматели не волнуют, что расходы государства и населения на лечение рака и других заболеваний, связанных с воздействием никотина, превышают 10 миллиардов сомов в год. То есть 4 раза превышает приток денег из карманов налогоплательщиков, говорит руководитель отдела по борьбе против табака Республиканского центра укрепления здоровья. Мировые исследования в каждой стране, вот мировые ученые, экономисты, математики просчитали это. И практически для Кыргызской республики около 30% мужчин они умирают от тех болезней, связанных с курением. Полемики против принятия нового антитабачного закона некоторые его противники порой используют откровенную ложь. Например, утверждается, что документ предполагает легализацию на свае. На самом деле ничего подобного в законопроекте нет. Более того, его сторонники бьют тревогу, утверждая, что это табачное изделие, запрещенное, например, в России. У нас в Кыргызстане пользуется больше спросом, чем сигареты. Вот что рассказал в пятницу в прямом эфире 5 канала активист национальной коалиции «Кыргызстан без табака» Адилет Досванбетов. На свае это табачное изделие, не курительное табачное изделие. Но никакие меры к нему не применяются, то есть за него не платится акциз, у него нет упаковки, нет этих предупреждающих картинок, то есть информируется население, а на свай слабый, и самое главное, на свай самая низкая цена. Некоторые противники законопроекта дошли до того, что утверждают, будто он коррупционный и лоббирует чьи-то экономические интересы. Поводом для такого утверждения стало предусмотренное документом использование при изготовлении сигарет специальной папиросной бумаги с низкой воспламеняемостью. Требование продиктовано тем, что в большинстве случаев пожаров в стране их причиной является курение, но себестоимость этой бумаги гораздо выше обычной, в результате чего сигареты станут намного дороже. К тому же такую продукцию производят лишь в странах Евросоюза, что дает повод подозревать инициаторов нововведения в продвижении интересов западных фирм. Когда вот мы слышали депутатов в парламенте на комитете по фискальной политике, например, господин Бекешев Дастан, он говорил о том, что, на мой взгляд, говорит, этот закон носит лоббистский характер, который будет помогать какой-то аффилированной компании производить бумагу для сигарет. Да? Президент Ассоциации рынков также уверен, что нововведение приведет к прекращению легальных поставок табачных изделий из Казахстана, России и других соседних стран, поскольку там таких сигарет не производят. Это, как считает предприниматель, сильно ударит по членству нашей страны в ЕАЭС. Но здоровье наших граждан важнее экономических договоренностей, уверена оппонент из числа медиков. Сегодня у нас каждая вторая смерть, она обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы всегда на всех трибунах говорим, чтобы снизить сердечно-сосудистые заболевания, это нужно бороться с факторами риска. А как раз-таки курение, оно и входит в большую тройку этих факторов риска. Инициаторами законопроектов являются 12 депутатов – Алмаз Такторов, Айнура Алтыбаева, Асылбек Джейнбеков, Нурбек Алимбеков, Табылди Тилаев, Джаргалбек Рыскулов, Дюшон Таракулов, Канатбек Кюрюзбеков, Аида Исмаилова, Карамат Урозова, Айнура Осмонова и Махабат Памвлянова. Их оппоненты, как, например, Сергей Пономарев, утверждают, что на заседании Комитета по социальной политике, на котором рассматривался этот вопрос, от бизнеса пригласили лишь представителя торгово-промышленной палаты, но высказать свою позицию ему не дали. Между тем, согласно результатам проведенного в стране опроса, более 80% взрослых кыргызстанцев трудоспособного возраста одобряют полный запрет на курение в общественных местах. Об этом говорится в справке об основании к законопроекту. Причем с предлагаемой мерой согласны многие курильщики. Например, бишкекчанин Нурхаджа Мадаминов, курильщик с многолетним стажем. Я уже курю, у меня стаж уже 30 лет. Пытался бросить, пробовал, но все равно тяга есть. Курю в день, к примеру, пачку-полторы уходит в день. По словам Нурхаджи, главная проблема тех, кто собирается бросить курить – постоянное напоминание о сигаретах в общественных местах. Предлагаемая законопроектом мера устранит эту проблему. Что интересно, за запрет выступают многие владельцы увеселительных заведений, где курят больше. В барах воздействию пассивного курения подвергается 90% посетителей. В ресторанах их число составляет 77%. Положение не спасает введение комнат для курения. Как ни странно, запрет на табачный дым позволит привлечь больше посетителей, считают эксперты, потому что отдыхать станут приходить семьями. Другой аргумент противников антиникотинового закона состоит в том, что он якобы ущемляет права отечественных товаропроизводителей, но это тоже не соответствует истине, поскольку производство табачных изделий в Кыргызстане прекратилось еще в начале 90-х, не выдержав конкуренции с зарубежными фирмами.
И все же те, кто против, сдаваться не намерены. Утверждая, что проект якобы сырой и требует доработки, они будут препятствовать принятию закона до последнего. Я вперед сразу скажу, призываю жить здоровым образом жизни. ЗОЖ – наше все, да? Здоровый образ жизни. Вот. Но тем не менее, это бизнес все-таки. Люди вкладывают деньги и попадают в такой простак. Да? Что ж, бизнес есть бизнес. Получение сиюминутной прибыли они стараются сохранить всеми средствами. Несмотря на то, что в Кыргызстане до 6 тысяч человек ежегодно умирает от болезней, вызванных потреблением табака. 22% смертей среди мужчин и 5% среди женщин происходит по причине курения. При этом 40% мужчин, умирающих от рака, умирают от рака легких. По данным пресс-службы Минздрава, распространенность курения среди взрослых в Кыргызстане составляет 26%. Сейчас в стране 425 700 курильщиков. Более половины из них, а это 213 тысяч человек, умрут от болезней, связанных с употреблением никотина. Так что, принимая участие в антитабачных действиях, Кыргызстан пытается идти в ногу с остальным миром. В Европе и других развитых странах курить уже совсем не модно. Одна европейская страна и ее молодая жительница стали на уходящей неделе знаменитыми. На саммите в Нью-Йорке по мерам в области изменения климата, который был организован на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступила 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, которая уже более года ведет свою личную кампанию за предотвращение приближающейся экологической катастрофы в связи с изменениями климата. Совсем недавно юная пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой боевики чуть не убили, была удостоена Нобелевской премии мира в 2014 году. Она вела блог против талибов, поэтому 9 октября 2012 года школьный автобус, в котором среди других ехала и Малала, остановили люди в масках и прострелили ей голову. Но она выжила и стала Нобелевским лауреатом. Многие уже выдвигают на Нобелевскую премию и Грету Тунберг из Швеции. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами. Теперь я одна из счастливчиков. Люди страдают, люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания. Но все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете? Economic growth. How dare you? Грета Тунберг сказала в ООН, что политики крадут детство у будущих поколений. Малала Юсуфзай говорила в ООН, что главное – образование и один ребенок, один преподаватель, одна книга и один карандаш способны изменить мир. Мы же все считаем, что бы мы ни делали, все равно не сможем ничего изменить в этом мире, потому что нехорошие люди сидят в Белом доме, нехорошие люди говорят нехорошо в Жогорку Кеңеше или правительстве и так далее. И в отместку этим нехорошим людям мы ничего хорошего не делаем, отдавая все свое будущее и будущее страны в руки этим нехорошим людям. Мы сдаемся, даже еще не начав хорошие дела. И эти две девочки-подростка, Малала Юсуфзай и Грета Тунберг, учат всех нас, которых миллионы и миллиарды, что и один голос что-то значит, потому что он может заставить действовать других. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Айып. Всем хорошего и до свидания.